Всем привет! Меня зовут Лин, и сегодня я вам покажу, как прошел мой день в президентской академии. Я учусь на программе Digital, реклама и связь с общественностью. Сегодня пары проходили на Юго-Западной. Это было необычно, потому что чаще всего пары нашего направления проходят в другом месте. А тут атмосфера такая, что действительно хочется учиться. Даже не смущает большое количество студентов. Первыми двумя парами были основы российской государственности, на которых мы дискутировали на разные темы. В перерывах мы ходили подышать свежим воздухом и посидеть в красивых двориках Ранхикса. После них мы с одногруппницами пошли в столовую, находящуюся в первом корпусе, где относительно недорого и очень вкусно. Она даже была похожа чем-то на американскую столовую. После мы пошли на пары по профильным предметам. Это история коммуникаций. Их было тоже две, даже в разных корпусах. После окончания пар мы с моей одногруппницей пошли в компьютерный зал делать домашку. Ну, вот так как-то прошел мой день. Всем пока!